И всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здорово! Ну а в этом ролике, чуваки, мы проведем великое противостояние двух одинаковых, но в то же время и разных автомобилей, которые сегодня протестируем с Пашей на нашей супер-обалденной лестнице. И как вы поняли, чуваки, в левом углу ринга синего цвета у нас находятся тачки только на электричестве, а в красном углу ринга на бензине. Поэтому мы протестируем различные байки, квадроциклы, суперкары, обалденные внедорожники, а также танки и гигантские бигфутиши, которые сегодня проверим, смогут ли забраться на самую последнюю ступеньку нашей лестницы. Ну а я, чуваки, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого электрического настроения. Ну а с вас я жду лайкос за такое великое противостояние двух самых популярных типов тачек. Так что лайкосиком поднимите мне тоже настроение. Ну а мы тогда начинаем нашу рубрику. А теперь, чуваки, начинается великое противостояние! Ладно, давайте по менее эпичному. Итак, сегодня будем по порядку. Сначала маленькие байки тестировать, а потом все больше, больше, больше и больше! Ого! Так, ладно, хватит. И сегодня начнем с мотоциклов. Либо кому-то электросамокат достается, а кому-то бензиновый маленький скутер мотоцикл. Какой-то. Так что давайте проверим, что сегодня и кто будет первым. А, кстати, с помощью цвета сейчас узнаем, кто станет первым. Но заметил я кое-что интересное. Что? Что Алиса всегда называет по цветам либо желтый, либо фиолетовый. Ну еще каштановый. Что, не знать других цветов? Да! Ребята, вот давайте сейчас обманем Алису и поговорим про другие цвета, например. Ой, зеленый-зеленый, как бы хотелось зеленый. Какой да. Черный цвет красивый. Черный, да, или зеленый. Был бы я халком, стал бы зеленым. Ну-ка, Алиса, теперь назови любой цвет. А ну-ка, Алиса, давай называй я желтый. Я люблю оранжевый. Оранжевый! Но на нас оранжевого нету. Поэтому еще раз, Алиса, выбери любой цвет! Пожалуйста, желтый, пожалуйста, желтый, пожалуйста. Черный и фиолетовый. Да блин! Черный и фиолетовый я сказал! Ребята, я сегодня начинаю 100% первый. Поэтому, Алиса, называй число от 1 до 2. Ну вот и пусть Алиса выберет скутер или самокат. 2. Я на мотоцикле, а Паша на самокате. Ребята, кто не понимает, по самокатам малюсенькие колеса. Здорово, смотри, какой карлик ты. Зато я могу подниматься на задние колеса. Ладно, на счет 3 стартуем, ты готов? Я готов, выиграй. 2, 3, погнали. Сверху слева палы, чуваки. Смотри, учись, вот так умеешь. Ты чё, трюкач? Смотри, учись. Давай, давай, балансируем, балансируем. Эй, ты на голове там катаешься, что ли? Я тебя раздавлю. Смотри, смотри, идеальное прохождение. Фиговый ты электрический. Я сегодня буду этот огненный человек или какой там. О, скелетон как называется? Ну-ка скажи. Скелетон это призрачный гонщик. Да, призрачный гонщик я буду. Настоящий призрачный гонщик. А я тогда буду электрическим гонщиком. Какой ты электрический? Ты электрический пончик, а я призрачный гонщик. Пончик тоже. Догоняй, догоняй. Чуваки, мне кажется, мотоцикл намного круче, потому что он разгоняется, может дать 200 км в час, а Паша максимум 50. Это электрический, плюс у него разгона больше, чем у этих бензиновых. Нет, у кого? У самоката? Да никогда в жизни не поверю. Да, у самоката лучше, ты чё? Нет, 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 ты посмотри! Такой карликовый мотоцикл, а так хорошо забирается. Я уже 11 баллов получил. Лёха, я знаю самокат, который разгоняется до 70 км в час, так что я верю в них. Да я сам разгоняюсь до 270, мне кажется, так что в 200 раз больше. Ага, конечно, ты маленький. Да-да-да-да, разгон по полной, давай! Да, 12! Опа, здравствуйте! Ты что тут делаешь? Ты забыл? А я вот тут прохожу. Это моя территория. Я призрачный пончик. Уходи отсюда, электрический пончик. Ты призрачный пончик. Это ты электрический пончик. Блин, чуваки, были бы мы супергероями, придумайте название. Я точно был бы призрачным джельчиком. Ну-ка, полный газ. А я тогда бы был бы с флейсинатором 3000. Все, какой ты призрачный пончик. Все, отстань. Так, ребята, я стопудово получаю ровно 12 баллов. И электрический самокат тоже. Как ты сюда залез на своих колесиках маленьких? Да я прилетел. Нормально. Это нечестно! Минус 200 баллов тебе. Ладно, считаем результаты. Переходим ко вторым автомобилям. И на очереди уже, чуваки, не автомобили. Я перепутал. Это у нас квадроциклы. Электрический квадроцикл против квадроцикла на бензине. Нет! Спортивный. Вот тут однозначно Tesla байк круче, потому что он электрический и разгоняется намного быстрее, чем самокат. А мне кажется, наоборот, это бензиновый лучше. Чего? Он давай круче. Драг-рейсинг сейчас устроим, если нам достанется кому-то бензиновый. А ну-ка. Итак, Алиса, назови снова для
на меня 1 числа от 1 до 2. Ну и пусть тебе достается вот этот электроквадрик. Число 1! Я угадал прям! Нифига себе! Какой хотел, такой и получил! О! Да. И ты какой хотел, такой и получил! Давай! Вот давай! Вот отсюда, прямо от Теслы и Бугатти, ребята, на счет 3 стартуем! Готов? Кто быстрее? Давай, готов, выиграю! Драг Рейсинг! 1, 2, 3, погнали! Ура! Давай! Погнали! Ой, 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 досвидули! Досвидули! Это да. Пока что ты быстрее! Я себе чуть шею не сломал! Задом наперед! Это что сейчас было? Он переворачивается жестко! Ты призрачный пончик просто, его так переворачиваешься! Я электрический пончик теперь! Давай, полный газ! Давай! Я знаешь, какой супергерой? Какой? Фиолетовый пакет! Ребята, фиолетовый пакет! Новый супергерой на районе! Нифига себе, это он что умеет делать, получается, что пакет? Что умеет пакетами пуляться? А ну, сюда стоять! Трендулей пошли давать! Нет, он так, умеет так, складывать так, все, оп, короче, оп, в себя просто пугать, брать! А ты на задние колеса вставать умеешь? Ну, конечно, так, да, я пытаюсь так забраться! Давай! А у меня не встает на задние колеса! Погодите! Потому что у меня бензиновый байк, у тебя два нюка! Вот так могу. Давай, 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 давай. Может, по тебе пройду? Да, скидывали, кинули, спасибо. Все, чуваки, благодаря Паше забираемся еще на одну ступеньку, и пока что я лидирую. Давай, это помогу. Пока что, давай, давай. Помог, нет, не помог. Фигово помогаешь. Я пытался. Так, сзади ход. А задом-то он медленный. Ребята, это фейковая скорость. Ну, давай. Ну, так, конечно, потому что электричество, оно столько вперед. Не понял. Фигачит хорошо. Вперед, да и назад должно ехать быстро. Да, ё-моё. Разгон, давай. Нет, вот мне интересно будет Теслу протестировать и Кибертрак, потому что они там максимально жестко будут разгоняться. А я бы хотел протестировать танк Кибертрак. Он вообще капец Кибертанк. Такой жесткий. О, Кибертанк вообще с помощью гусениц любую ступеньку преодолеет. Давай! У-ху! Так, пипец. Делаю 2 попытки, чуваки, и все, остановлюсь. Да ты капец! Напугал меня! Ты капец! Уходи отсюда! Перевернул меня на 360! Давай, 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 давай! Я могу заехать! Так, 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 ребят, смотрите! Давай, подталкивай! Да ты капец! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я пытался тебе помочь. Я как страус чуть не воткнулся в землю. Паша, давай. Прятался. Уходи, я. Вот орать меня, понять, что это моя ступень. Давай, давай, правильно, правильно. Ребята, ты капец. Так, последняя попытка. Давай. Эй. Ладно, остаюсь я, получается. Ну какой? Ну-ка, давай, давай. А, ну-ка, давай, еще больше. Нет, упал. На 6-й ступеньке. Паша остается на какой? Я не могу забраться дальше. Серьезно? 5 баллов. Ну что ж, а мы считаем результаты и переходим к следующей нашей битве. И вот они, наши долгожданные тачки. Против Теслы, чуваки, будет сражаться Бугатти будущего. Что это за Бугатти такая? Я такой первый раз вижу, кстати говоря. Я тоже первый раз такой вижу. Она точно на бензине, чуваки, потому что она довольно быстрый соперник. Ё-моё! Ладно, давайте узнаем, кто сегодня будет первым. Я, фиолетовый пакет, или этот хвостонюх? Нюха-хвост. Слышь, ты хвостонюх. Ты новый супергерой, хвостонюх. Ребята, давайте спросим у Алисы. Алиса, число для Суперджела. От 1 до 2. Бугатти или Тесалили? Тесалили или Бугатти? Ну-ка. Число 1 снова! Ну, я первый! Ладно, ребята, давайте проверим, потому что, мне кажется, Тесла заберется... Чего? Ну-ка, намного ты круче. Зацени, какие у меня двери! Опа-опа! Ты зацени, какой старт, смотри! Уоу! Я как Молния Маккуин! Нифига, ты Ламборгини стал, что ли? Да, я Ламборгини. Ладно, на счет 3 стартуем. Пока что я, мне кажется, лидирую на 1 балл. Раз, так. 2, 3, погнали! Опа! 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 Она неуправляемая! Паша! Это какая-то летающая тарелка, а не машина! Ты чё, нет? Летающий пердун, ты понял, кто ты? Он двери открыл, как птица хотел взлететь. Птица, ну, конечно, давай! Я как бабочка! Бабочка! Ты как бабушка! Вау! Да, чего? Это что за безумная тачка? А чуваки, ты что так летаешь? Обалдеть, ты чего? Я сам не знаю. А как? Я заметил, если она бампером врезается, она подлетает. И царапинки ни одной нету. Кстати, Лёха, у меня то же самое. Если, короче, врезаться, да? То я буду подпрыгивать. А царапинки есть у тебя? Царапинки, ребята, смотрите. Ох, да ты чё? Это рекордсмен стопудово. Я не думал, что они так заберутся хорошо. Она капец какая читерская. Ну-ка, давай. Нет, получается. Ребята, она не то что читерская, она еще бронированная. Посмотрите, не царапинки. Оп, да ладно! Это что за Илон Маск? У нас ни одна легковая машина не забиралась до 12 ступеньки. Это рекордсмен всех тачек, чуваки. Я тебе говорю, Бугатти самая крутая. Давай. Смотри, 13. Ребята, уже даже некоторые внедорожники до 13 не могут забраться, а обычная Тесла смогла. Давай.
как она это делает? А ты как делаешь это? Я тебя догоняю. Так у меня, я говорю, если, нет, короче... Нет, тебе нельзя. Так я говорю, то, что у меня Бугатти, она поднимает, короче. Тут уже видно, что никак. Что там у тебя, проблемы? Я горю, у меня двигатель загорелся. Серьезно? Бензин потек, Ярик потек. Вали оттуда. Давай. Я остановлюсь тут. Вот, давай. Нет, это невозможно. Что там? А, я понял. Бомбанул. До свидания. Блин, чуваки, это слишком большая ступенька для Теслы, давай! Она, смотри, она поднимает колеса, но забраться уже не может. Давай. Ну, тут тебе не хватает мощности там и гидравлики. Нет, вот тут именно колес больших не хватает, потому что, ребята, тачка-то может, были бы больше колеса, был бы и больший результат. Ну, а мы переходим к отчетам наших баллов и к следующему раунду. Ну, а половина тачек пройдена, чуваки, и остались уже настоящие гиганты-рекордсмены. Получается, внедорожники, танки и бигфуты! Самые гигантские тачки! Давай, гигантская тачка! Сейчас узнаем для меня машину. Слева электрический луноход, справа бензиновая Бугатти на больших уже колесах. Ага. Итак, Алиса, число от 1 до 2. А ну-ка, Алиса, давай называй слепее число 1. Ну. Выпало число 2. А выпало число 2, Паша! Блин, да, теперь я на Бугатти, только у меня колесики побольше будут. Ну что, стартуем? А раз, у меня луноход космический, самый крутой. Давай, луноход! У него зато колеса тонкие, смотрите какие, как сосиски. Они крутые! Вау! Капец, у меня тачка легкая! Ребята! У меня легче всех машин, ты чё? Помогите! До свидания! Капец, по новой что ли? Вон она, креветка забирается без меня там, чуваки. Слышь, ты креветка, я краб! Капец, это невозможно, это очень трудно! Сальтушник ненормальный! Ой, я тебя догнал за 3 секунды. Опа, корова, переворачивайся. Давай, пока ход, а куда ты поехал? Нифига себе! Я луноходу, ты чё? У тебя тачка летает, что ли, я не понял? У меня так, она давай, это отключает, либо гравитацию, она же космическая. Чего? Чё, гравитацию отключает? Покажи, давай. Да. Давай. Опа, вот, смотри, а вот так умеешь! Смотри, я тоже гравитацию отключил на колесах. Нет, это называется... Помогите! Это машина-паук какая-то, ребята, вот про это я и говорил. Тачка на больших колесах. Легко заберется. Это супер трюки. А вот твоя обзорная Бугатти. Давай! Эй, помоги, не понял. Бугатти, иди там, пожалуйста, моей. Не-не-не, смотри, на задних колесах. Раз, два, три, а давай! Ну-ка. Задние колеса! А как я вставал, подожди, на достаточно раскачки. Давай! Во-во-во-во, давай! Вау! Ты видел? Обалдеть. Это было жестко, это ты как самая ниндзя. Самая трюковая тачка. Я как ниндзя. Раз, два, три. Смотри. Вот так умеешь? Опа! Боковая сальтуха на крышу. Это было нечестно. Ты с помощью моей Бугатти набрался. Нет. О, трамплин. Так, ребята, самодельный трамплин. Вон моя тачка стоит. Так, раскачка. Давай. Блин, и еще ну-ка. Раз. Задний ход, передний ход, давай! Ой, чуть не перевернулся. Итак, да! Ребята, да вы чё? Смотрите, я сам себе буду лестницу строить с каждым разом. Да ты капец, ты читер, так нельзя делать. Нет, это нечестно. Значит, наоборот, это честно. Это нечестно, вот правильно ты подтверждаешь. Нет, это честно. Это нечестно. Помогите! Ребята, это было опасно. Оно капец неуклюже. Эй, опа, это моя машина, только я могу по ней забираться. Это моя машина, она синего цвета. И чё, а забираться не сможешь. Ладно, смогу. Последнюю, ребята, попыточку надо делать, потому что докуда доедет тачка, неизвестно. Давай, паукомобиль, давай. Опа. Нет, я отвечаю. Сегодня синий уровень точно будет со мной. Погнали. Оп. A few minutes later. И тем временем, чуваки, 19-я ступень преодолевается с первого раза. Смотрите, разгон, задние колеса, ова! Я ж говорю, паукамен. Так. У меня, говорит, паукамен закончился, он не может больше забираться. В два раза больше меня. Смотрите, так, задние колеса, давай, на! Оп! Да ладно! Да, вот за это, ребята, лайкосик, ну-ка влупите. Так, берем разгон. Почему еще Алиса, раз. Почему, Алиса, тебе называют хорошие тачки? Давай, ова! Ты видел? Она как реально какой-то паук карабкается. Так, ну-ка покажи суперкласс машинки, давай. Опа. А ну-ка давай. Опа. Оп. Нет, тупик. Да вы серьезно? Давай, не сдавайся. Раз, два, три. Давай. Опа, давай. Капец. Вот это, ребята, предел. Сколько у меня? 21 балл получает. Ну, пока себе ведет, у меня только 17, вот и все. Ну, а мы переходим к следующему, предпоследнему раунду. Ой, смотрите, танк грустит. Ой, нет, перестал грустить. Ладно, давайте выберем теперь снова точилу. От 2 до 1. От 2 до 1. А ну-ка, Алиса, опять загрустил. Да не переживай, я сейчас тебя в коллекцию себе заберу, будешь радостный. Потому что суперджел. Да, конечно. Алиса, назови число. От 1 до 2. Я уже придумал имя для танка. Гена. Его зовут Геннадий. Да, ну-ка, Гена. Ну-ка.
Один. А, ну и ладно, забирай свой танк, а я на кибертанке. Нет, кибертанк однозначно будет круче, если я еще на него заберусь. Ну что ж, ой-ой-ой, капец, давай, он жесткий. Давай, иди сюда. Раз. Эй, пушку бери. Два, три. А что у меня пушки нет? Геннадий, погладь ему, не подходи. Я тебя погладь, убирай. Так, нет. Я тебе сейчас педали дам сам. Поджопник, сейчас дам тебе. Иди отсюда, давай. Битва. Начались. Вот этого я и боялся. Слышь ты, Кинг-Конг недоделанный. Так, все, ребята, заново. Ты что не сделал? Заново. Уезжаем от него быстрее, чуваки. Ну его на... Подходи ко мне. Ой, дорога перекрыта. Все, именем полиции. Подождите. Тесла, кибертанк, давай, ты же должен быть быстрым. Нет. Ой, это фигня полная. Убирай свою шпагу, эту хрень не вырос там. Это КПП. Давай. Что это? КПП? КПП, да. Шлагбаум себе прикрепил. Давай, КПП. Сейчас ты улетишь в ДТП. Ну-ка, слушай, ребята, давай. Слушай, так КПП можешь стрелять. Я тебе сейчас дам, если будешь стрелять. А может, постреляем? По башке. Ова! Мы тут забираемся, а не стрельбой занимаемся. Ну-ка, ладно, ребята, ова! Давай, я погнал тогда. Да ну! Нет, кибертанк точно крутая штучка. На тебе. Спасибо, огромное. Да, пожалуйста, я тебе помогаю. Видишь, ты меня стреляешь. Я тебе тоже сейчас это помогу. Давай. Ну-ка, кибертанк, давай. Давай, Лёха. Не понял, ты чё? Кибертанк. Эй, кибертанк, ты чё? Ладно, помогу, ты мне помог. Ну-ка, давай. Давай. Прямо мне заберемся. Да ты кривой, на тебе. Давай. О, вот это я понимаю. Так, полный дрифт. Давай, брысь. Хватит, все, я понял. Дальше я сам. Так, ребята, задним ходом тоже будем пробовать. Разгон задом. Ну, кстати, сзади у тебя вроде ничего нет, ты можешь добраться. Давай. Нет, тут, походу, кибертанк фиговый какой-то, ребята. Кибертанк нужен для того, чтобы проезжать по скорости, но никак не карабкаться. Вы чё? А у меня танк, наоборот, предназначен для всяких там подъемов, поэтому он забирается. Да, у Паши танк жесткий, а у меня, смотри, он буксует. Он не может. Он слишком тяжелый, походу. Развалюха просто. Я разочарован. Я думал, кибертанк будет круче. Мне еще интересно, кибер-бигфут как далеко проедет. Поэтому, ребята, берем. Вот, кстати, у него большие колеса, он может добраться высоко. Ну что ж, раз, два, три, последняя попытка. Погнали! Давай! Последний рывок! Оп! Ну! Ай, все, получается, сколько у меня? 9! Ну, у меня не так много! Прикинь! У меня прошлая тачка 21 заработала, а у тебя? Ну, у меня 11 всего лишь баллов, так. Ну что, считаем тогда результаты и переходим к эпичному финалу! И вы посмотрите на этих гигантов! Ё-моё! Смотри, у него одно колесо, как два джела. Ребята, новая измерительная система. В джелах измеряем теперь. Так, а у этого? У этого поменьше, где-то полтора джела. Ладно, чуваки, сейчас узнаем, кому достанется супер бигфут полицейский, кому поезд. Я хочу без брата. Нет, я офицером буду. Алиса, назови число. От одного до двух. Алиса, прием. Говорит офицер Клозин, выбирай два. Два. Эй, двойка! Ну и ладно, зато у меня колеса хоть и меньше, но поезд там больше, поэтому я тебя раздавлю сейчас. Давай! Тут не дело больше, тут колеса важнее. Потолки! Ребята, это пипец. Еду сейчас, буксировщик! Ой, Паша, что происходит? Буксировщик, стой! У нас карта разваливается! Ой! Едь быстрей! Чего? Чего? Это что было сейчас? Посмотри, платформа улетела! Такое впервые! Походу, они настолько тяжелые, что ломают карту! Ребята, надо аккуратно, мягенько и плавненько трогаться. Ну, я, может, переел чебуреков, вот из-за этого она сломалась. Три! Стартуем! А ты фальстарт сделал. Все, минус за 200 баллов за нарушение. Я не знал, что ты это едешь назад. Да ты видишь, смотри, вот так. Нет, я слепой. Я беру слово обратно, ребята. Ты чё? Это что за турбо? Ты нормальный, так у него три турбо мотора на крыше. Ребята, это по-настоящему читерская машина. Посмотри, я думаю, что он так разгоняется. Три турбодвигателя. Ты за несколько секунд забрался на синий уровень. Ты как это сделал? А, ну это не рекорд. Эй, стой, я хочу рекорд. Так, раз, рекорд, два. Давай. Ой, он подпрыгивает. Эй, в смысле? Так, давай. Поезд. Да. В смысле? Не понял. Я не понял. Я могу выше. Я знаю, я могу выше, ребята. Разгон. Вот я могу выше, давай. Во. Давай, поезд. А главное, ну-ка, давай. Так, гидравлика, чтобы он прыгал. Давай. Я хочу побить сегодняшний рекорд стопудово. Давай. Нет, рекорд будет за мной, Лёха. Нет, рекорд будет за мной. Ладно, придется пренебрегнуть последнему моему супер лайфхаку, чуваки. Это раздавить мою Бугатти. Не трогай Бугатти, это моё. Нет, я это сделаю. Давай, главное, подбору не раздавить. Итак, полетели.
Нет, не получается. Давай! Давай! Давай, давай! Нет, она слишком маленькая Бугатти. Ой, чуваки, главное ничего не пропускать Пашу. Я шлагбаум теперь новый. Нет, какой ты шлагбаум? Новый шлагбаум, здорово. Так, делаем последнюю попытку, чуваки. И получается, я остаюсь на 21 ступеньке. Давай! А ну-ка! А у тебя что, не получается? А я сейчас попытаюсь. Давай, 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 давай. Ну-ка, давай! Так, ребята, если сильно наклониться, сильно подотушиться, может и получиться. Давай, давай. И вот как тут, давай. Я получилось. Я сделал это. Ты не получилось, ты как это сделал? Давай, последние колеса сзади, ну-ка, поднажми. Все, я остаюсь точно на 22 ступеньке. Я боюсь рисковать, я думаю, я упаду. А ты там что? А я не могу, у меня колеса слишком большие, я не могу забраться выше. Двадцатка! Как хорошо, что все-таки поезд мне достался, чуваки. Я не думал, что он такой быстрый. Ну что ж, а мы считаем результаты. И давайте перейдем к финальным подсчетам. И теперь, чуваки, мы узнали результаты, и я готов первый произносить число. У меня 84 ступеньки было сегодня. Ой, полная фигня, у меня зато две семерки, у меня 77, самое красивое число. Я думал, у тебя больше, но все равно, я сегодня занимаю первое место, ребята, и на этом побеждаю. Ну а видос подходит к концу. Кому понравился, ставь лайкос, и, чуваки, если хотите видеть следующую серию, например, с космической лестницей на читерских BMX-ах и различных читерских тачках, давайте сегодня наберем кучу лайков под видосом. И в комментариях пишите «Космическая лестница». Ну а с вами был Джан Флейзин. Всем удачи, всем покедова! Всем покедова!